Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами Вован, и опять вернулся. Это очередной выпуск мод-обзор. Сегодня у нас уже модификация на Doom, а это Lithium. Lithium — это модификация, которая представляет из себя два новых класса. Причем не просто два новых класса, а будет кое-что по-настоящему интересное по причине того, что у нас здесь много чего изменилось. Точнее, вообще все изменилось, что у нас здесь есть. Новые даже управления. Окей, в любом случае, мы начнем. Так, Мрайн, Стэн Бласкович. Погнали за него. Харни Пленти, конечно же. И что у нас есть? На самом деле, очень даже удобно все стало. Так, худ очень интересно выглядит и мне нравится на самом деле. Это в большей мере Weapon 2, так что я возьму Gevol. You got the Charge Fist. Предметы, но предметов нету. Так. У каждого врага показывается его уровень и хп. Former Human. Опа. Рука. Рука. Опа. И это арм. А, это арма. Я думаю, что арма — это как рука, знаете. Ну. Окей. Опа. Опа. Да блин. Вид — это Vitality, скорее всего, да. И есть нож. Незаметно то, как оружие меняется, но оно по-настоящему меняется. Очень интересный ход в таком футуристическом стиле, причем в довольно-таки интересном стиле. Окей. Нож. У оружия очень хорошая анимация, красивая, и мне это нравится, уже скажу. 19-й, 17-й, смотрите. Мы только стали сильнее, и все враги сразу же, которых мы не видели, стали еще сильнее. Рука. Да, это рука. Мы ее видели с вами. Направо ничего. И с ножом то же самое, направо ничего. Пистолеты весь два. Это опана, смотрите себе. Это у нас обычный пистолет, но причем с прицелом. Перезарядочка спокойненькая такая, без проблем. То есть все здесь просто. Прицелились на врага и оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ваши врага как не было. Быстро, как-то быстро. Причем по-настоящему быстро. Окей. Револьвер. С револьвером все по-настоящему просто. Он шмаляет, он убивает. Причем за раз. Мне очень нравятся револьверы в играх, а также какие-то маленькие такие дробовички, знаете, такие как Винчестер, к примеру. Мне почему-то это очень нравится, и нравится такое футуристичное убойное оружие. И то, которое отличается от всего другого, потому что оно отличается. Вот и все. А здесь кое-что по-настоящему интересное. Магнум, патроны Магнума, причем револьверы, которые делают вот так. Оп! Вашего врага нет. Оп! 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 Все. Интересная вещь, очень интересная, очень удобная, проста в использовании и убойная, что самое главное здесь. Дальше. Дробовик немножечко изменен, потому что постоянно вижу такое именно, что ему изменяют его переднюю часть. Как он работает? У него есть, видите ли? Угу. Защита у него нашего врага. Капец. Лазерный дробовик, да? Да, ребят, это лазерный дробовик. Они его еще больше изменили. Спасибо за это авторам, потому что идея на самом деле интересная. Опа. Опа. Очень интересная идея, которая мне по-настоящему нравится. Это, знаете ли, тот случай, когда мне в Weapon Wade хочется подольше задержаться и пройти с ним весь Doom, даже я бы сказал, потому что с ним интересно играть, и он изменяет игровой ваш экспириенс. Все совсем по-другому здесь. Это что? Я думаю, просто что-то шмаляет интересно, сразу же вышмаливает два патрона, значит. Ага, все ясно. Окей. Sold the Super Shotgun. Продай свой Super Shotgun. Окей. И вот такой вот Combat Shotgun. Также лазерный здесь, без прицела, без всяких там супер возможностей, но зато с очень интересной лазерной системой. Окей. Меняется ли игрой экспириенс? Да, у вас новый худ, у вас новая механика, у вас новые враги, у вас новый класс, который я вам покажу потом, это Cyber Mage. Всех врагов зачищено. Четверочка. Четверки у нас есть два оружия. Опа, меняется вид на правую кнопку мыши. На левую. Точнее, нет, вон.
Если не менять что, то это будет вот это. Так, откуда враг? Ага. Вот что это будет. Обычная штурмовая винтовка. А на правую еще раз нажмем, и это гранатомет. Как он такой, а? Сержант 8 уровня. Очень интересная классовая система, но знаете ли, заходит до такого, что ты очень быстро ее прекращаешь замечать. Ты не обращаешь внимания на то, какого уровня твой враг. Но причем то, какого уровня твой враг, к примеру, реально влияет на то, как идет в целом игра. Это снайперская винтовка, очень интересная идея. Занесли хорошо. Хороший экспириенс именно того, как работает снайперская винтовка в Думе. Смотрите. Работает хорошо, работает убойно, работает точно и так, как надо. Оп, все. Оп, оп. Уничтожено. Смотрите. Кого-то под 100 хп. Оп. Все. Поубивали. А будь здоров и спасибо. Меня, по правде, хороший экспириенс здесь со снайперской винтовкой. Так, окей. Погнали. Ничего больше на четверке у нас нету. На пятерке также два оружия. Это вот какой-то гранатомет. Это ракетница. Это ракетница. Это не гранатомет, это ракетница. Нет, это и гранатомет, и ракетница. То есть и то одновременно. Смотрите, на правую, на левую. Очень интересный, приятный звук. Смотрите, как работает здесь ракета. Она сначала выводится, некоторое время висит в воздухе, потом работает реактивное топливо, которое ее подталкивает вперед. Да, вау! Механика изменена в многих вещей, и причем именно что в плюс изменена. Оп! Все. Никаких врагов будто бы и не было. Просто прекрасно. 100% врагов убито. Прекрасно. Еще. Результат нам еще показывает? Ничего себе. Ну-ка, ты... Вау, что это? Я не могу понять. Это просто целая куча маленьких взрывных устройств, что ли. Работает хорошо, очень интересный образ работы, потому что, ну, по правде, то, как работает оружие, поможет вам убить большое количество врагов в маленьком месте. Ну, ничего больше сказать об этом не могу. Шестерка. Два оружия, да, как я и думал. 14 тысяч патронов. Это плазмоган, да. Направлю вот это. Это будет такой кровавый режим, что ли. Кровавый режим диктаторский. Так, окей. На левую это просто очень быстрый плазмомет, а на правую это более точный, медленный режим стрельбы. Я все-таки советую левый, потому что он гораздо быстрее. Смотрите на это. Левый работает вот так. Все, и той смерти, которая у меня была раньше, ее не будет здесь просто вообще. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, все. Врагов прям как будто бы не было. Опа, семерка. Ни хрена себе. Да, такое оружие уже где-то было. Не помню, где именно, но было такое. 100 или даже 200%. Видел. Один раз. Опа. Оп, все. Врагов как не было. Оп. Твою что? Себя закинул. Вау. Это просто что-то. Жаль, что больше ничего после этого нет. Проверим это оружие. Все на кибердемоне. Кибердемоне мастерманде. А в другом ролике я покажу вам то. Опа. Как у меня все будет Cybermage, потому что это совсем другой персонаж, у него совсем другая механика работы. Причем без шуток, но реально все работает вообще по-другому. А это куда, чтобы не сдохнуть? Какого уровня у нас здесь кибердемон? 10-го? The Invincible. Рмобуркндзивер, The Invincible. 10-го уровня. Здесь также Incrognation of Level 9. И он также у нас здесь бессмертный, видите ли. Фак. Они у нас здесь оба бессмертные, и я не знаю, что из этого получится, потому что они, видите ли... Ни хрена себе, вы смотрите. Уху-ху-ху-ху-ху! Вот это мощь, ребята. Стоп, что? То есть он бессмертный. Я получил миллион после его смерти, но... Ясно, можно прикончить в любом случае.
Вот, а, это сколько это? Ну что, позмогаем, как позмогаем. Вау. Все оружие бегресли, на самом деле, и по-моему там прибольшить ее врагов. Но семерочка идеально для этого подходит, но я смотрю также на другую, что здесь. С другого сильного помощного оружия. Опа. Это ничто. Мы бы уже давно бы сдохли против этого врага. Боже, видите, какой он здесь. Ясно. Он реально за себя не выносит. Ага. Два миллиона. Вау. Да тихо ты. Тысяча хп. Нихрена себе. Арквайл. 800. Ну 900 считай. Все 10 уровня. Ах ты ж. Еще и с полным хп. Да ты. И 11 уровня, а не 10. На тебе. Хрен тебе, получи. Ладно, в любом случае на сегодня это все. Посмотрим также потом на Cybermage. А пока же с вами был Evo One. Мод очень даже интересный, мне нравится. Всем пока.